Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Пацаны, где вы? Мужики, что происходит? Ау! Что случилось, братан? Да прикинь, всякие кошмары снятся, ё-моё! Что за кошмары? Да короче, может знаете, пацаны, сейчас я вам расскажу. Есть такое существо, долговязая лошадь. Короче, она обычно снится, все такое, но она, прикиньте, ну, по идее, просто выглядит мерзко, но ничего не делает. А в моем сне она просто, короче, на меня напала, прикиньте, чуть ли не убила меня. Нифига, серьезно? Да, прикинь, и самое страшное, что это все происходило неподалеку, где-то в этом лесу, не знаю, где-то здесь, недалеко это было. Это самое было страшное во сне, прикинь? Давайте выбираться отсюда, чуваки. Да, а мы тут уже какие сутки переживаем? Вторые сутки, братан. Просто вторые сутки идут. Где моя пушка? Вон там моя вот, лежит. Вот, да, твоя пушечка. Так, дружище. Давай. Ага, забираю. Хорошо, что мы сбежали из SCP-фонда, дружище. Да, это самое четкое. Пацаны, вы как, рады, что мы сбежали? Пацаны рады. Ну все, берите пушки, Андрюх, давай, выводи нас отсюда. Где мы, я вообще не понимаю. Реально, 2 дня уже тут ночуем, пора бы двигаться дальше, мужики. Погнали. Че, в лес идем? Че? А ты вообще в кошмары веришь, нет? В кошмары? С четверга на пятницу, верю. Братан. Да, ну окей, тут смотри, единственный выход отсюда. Вот так идти через Лиманский заповедник. Нам туда? Да, нам туда нужно идти, чтобы пройти дальше. А чё-то знакомое, Лиманский заповедник. Чё-то где-то я это уже слышал, братан. Где-то я это уже видел. Нет у вас предположений никаких? Стой. Стоп! Что это такое? Это долговязая лошадь. Вот это, Long Horse. Стой! Нет. Ущипни меня, я сплю! Ущипни меня быстрее, я сплю! Да слушай, она мне тоже не снится, вдруг. Все видите ее, что ли? Так она... А может она не будет? Нет, она опасная! Бежим! Стреляйте, мужики! Она опасная! А что ж она нас ест? Она же, по идее, просто, ну, ничего не делает, она же безобидная должна быть! Кошмары сбываются, бро! Мужики, как так вообще? Ё-моё, серьезно? Пацаны, долговязая лошадь! Надо в лес, давайте в лес, мужики, обратно в лес забегаем, мужики, бежим, все в лес! Бежим! О, господи! Боже мой, Егорыч, беги! Офигеть, мужики! Так может она пришла нас, я не знаю, уничтожить? Может это фонд SCP за нами послал? Это вообще SCP-объект или нет? Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, это SCP-объект или нет? Мне кажется, что SCP-фонд, возможно, уже поймал. Какая она добрая, она фигачит нас, вы чё? Где она? Фонарик подрублю. Оу! Нифига, она жесткая просто, вот это да! Гайс, вот это да! Держимся вместе! Далеко не убегайте, пацаны, друг от друга! О боже! О боже! Очень больно бьет, осторожней! О боже! Бобби, ты что сделал? Поднимайтесь, пацаны, поднимайтесь все! Продолжаем стрельбу, продолжаем атаку! Где она? Ой, она прям... Офигеть! Итак, а кого она ест? Кого она ест? Тебя? Никого! Ай, нет! Она меня нажрет! Тебя она ест! Боже, где она? Не вижу! Капец, друзья, вот эта долговязая лошадь! Просто за нее сразу лайкусик! Если мы выживем, ребята, это будет жестко! Это будет очень жестко! О! Что это так? Что? Она Егорыча убила! Она Егорыча убила! Прямо на моих глазах! Нет, Егорыч! Пацаны, все, ему хана! Гадина! Офигеть! Все! За Егорыча, пацаны! За Егорыча и двор! Стреляем долговязые лошади в упор! Погнали! Просто фигурим, пацаны! Фигурим! Огонь! Ребята, держимся! Огонь! Со всех орудий, пацаны! Со всех орудий! Где она? Пропала! А, нет, вот она! Она за Бобби бегает! Да, она бегает за Бобби! Бобби, далеко ее не води от нас! Вот это я зажал! На! Давай еще, мужики! Долговязая лошадь! Long Horse против нас! Офигеть! Она смертная вообще, бро? Она... Я откуда знаю, брат? Я знаю, что я смертный, братан! Вот это я знаю лучше всего! Все мы смертные! Да! Вот она! Идет на меня! О, боже! Беги! Офигеть, она меня откинула, чуваки! Вот это сон мне приснился! Боже мой! Который стал явью, дружище. Да, но там я был без пушки, я не смог от нее убежать, и вас рядом не было. Я, кстати, во сне вас искал, мужики, прикиньте. Я знаю, что делать. Я знаю, что делать этой гадиной. Что? Я прихватил с собой специальную пушечку из SCP-фонда. Серьезно? Ну, экспериментальную вот эту мощность? Так стреляй, братан, спасай нас. Да. Надо было раньше, ты что забыл про нее?
очень мало патронов, бро, понимаешь, в чем дело? А, очень ты берег? Все да, понял. Да, все. На! Все понял, брат! Все понял! Слушай, она не берется. Не берется вообще? Не берется. Да сдохни тоже наконец! Мы должны! Братик, она на тебя! Братик, она тебя хавает! Мужики, мужики! Что? Я держу ее! Стреляем как можем, братан! Да она сдохнет уже, гадина! Как можем, брат! Пошла! Давай! Блин, мало патронов на самом деле. Давай, аккуратно, братик. Ты должен попасть. Попади прям в самое лицо. Боже, потому друзья, что... напишите в комментариях, можно? Почему она агрессивная. Насколько я знаю, она безобидная. Она, наоборот, предупреждает об опасности. А может быть, она за то, что мы сбежали с SCP-фонда, обозлилась на нас, или чё? Может быть. Знаю, что это творение Тревора Хендерсона единственное. О! Где она? Мы ее уничтожили, я надеюсь. Или что? Слушай, может быть, она телепортировалась куда-то? Я не вижу ее трупа. Куда? Я тоже. Может, в кустах труп? Да нет, в кустах ничего. Нету. Ой, давайте, пацаны, пройдем уже дальше. Я не знаю, куда. Мы идем дальше по лесу или как? Бобби, ты че, брат? Бобби, в сон телепортировался? Чего, брат? Ты че, братик, ничего ты кукухой поехал? Теория. Бобис, ты че? Если ты кукухой поехал, покивай. Бобис. Несу ему. Несу ему в лицо пушку, несу. Бобис. Давай ему леща дадим. Бобис, ты как? Бобис! Ты здесь, брат! Ты... О, брат, нормально! Ты очнулся! А что трясется? Бобис, что с тобой? Бобби! Изыди! Бобби! Завязывай лошадь из Бобби! Стой, не трогай его, нормально все, Бобис? Что с ним? Все. С тобой все хорошо? Прием. Воды. Ну, тут не... Бобис, садись, конечно... ладно, только так. Садись, Бобис. Садись. Не подглядывай, Андрюх. Набежать надо, бро. Нормально, брат? Ну, извините, других способов у нас нет. Все, с кайфом. Все, погнали дальше, друзья. Выбираемся, короче, из этого леса. Непонятно вообще, куда бежим. Погнали быстрее. Вот выход, дружище, бежим. О, быстрее, мужики. Че это за заброшенное место, вообще не понимаю. Офигеть. Какая-то башня, чего? Стоп. Присядьте. Вы видите, что там? Не шумите. Стой, дай из-за угла посмотрю. Стоп. Его не убили, что ли, бро? Я не знаю. Вон он, друзья, вот эта долговязая лошадь. Лонг Хорс. Нифига! Посмотрите. Что а что он делает? А он нас видел? А что он стоит? Подождите. Почему он не стоит? Не понимаю. Я тоже не знаю. Он идет! Ты накаркал! Он идет! Пацаны, открывайте огонь! Открывайте Ах, огонь! Ты говно! Офигеть! Живучие. Боже, серьезно! Мужики, я не хочу умирать! Мы же с ним... Да мы справимся, братан. Один раз тот уже справились. Раз... А ты думаешь, что мы убили в тот раз? Мне кажется, это тот же. Или новый. Или это новая я лошадь. Без понятия, что этот Тревор Хендерсон придумал с этими, блин, творениями своими. Это вообще, друзья, что-то мега странное. Мы еще и Егорыча потеряли. Бобби! Офигеть, ты видел? Что? Андрюх! Как он это с ним сделал? Он жестко прям взял его в свои кости, зажал вот это и сдох Бобби после этого. Просто он его перерубил. Офигеть вообще. Андрюх. Вау, я подлетел, Андрюх. Я подлетел в космос. Так я тоже подлетел в космос, блин. Серьезно? Я там же. Офигеть, в космосе, брат. НАСА. Сейчас. Андрюх, погоди. У меня есть план. Я сейчас наверх залезу. Что такое? Сейчас, брат. Окей, прикрывай меня, буду держать его на себе. Давай, вон, я сверху, андроид. Смотри, на крыше здания. Вот он я. Нормально, ты забрался. Давай, сейчас оттуда. Снайпер у нас, да? Стреляют. Да какой снайпер, брат? Я просто должен выжить, и ты должен выжить. Мы... Что? Он на крышу захочет запрыгнуть ко мне. Серьезно? Спускайся отсюда. Офигеть, он прыгает. Зараза. Вау! Я спускаюсь, брат. Ну нафиг. Я спустился. Не вариант, как он прыгает. Стреляй! Боже, она обезумела, совершенно эта штуковина! Офигеть, друзья, это что происходит? Тихо! Офигеть, братик! Офигеть, безумие! Друзья, это просто какое-то безумие, реально. Я не понимаю, как такое вообще возможно. Просто не понимаю. Давай, андроид. Фигарь, андроид. Давай. Оу! На тебя бежит, Осторожнее. Ничего страшного, брат. Ничего страшного, я еще поживу. Стреляю, да нифига я ее! Живет до сих пор, боже мой, дружище! Офигеть, друзья! Пишите, как уничтожить Лонгхорн в комментариях, ребят! Как убить долговязую лошадь! Мы будем благодарны вам, если выживем вообще!
Андрюх? Так, ладно, я понял, что нужно делать. А у тебя патроны-то остались в рейлганчике? Они остались, но их очень мало, я думаю, что должно хватить. Фигарь, наверное. Фигарь, брат. Фигарь. На, поешь, на, жри рейлгановские патроны, говнюк. Давай, 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 андроид. Брат. Я попадаю вообще, не понимаю. Я не знаю, но я точно попадаю. У меня видно на пушке, как я попадаю. Оу! Нормально. Оу! Нифига хавает! Оу! Блин, она как будто телепортируется, да? Знаешь? Не-не-не, стоит нормально. Нормально? Да, у меня все четко. У меня вообще все четко, кроме того, что на нас напала долговязая лошадь, братан. Сдохни уже, сколько можно. Ой! Капец, жестко! Давай, братик! Все, была не была, короче, фига! У тебя патроны есть? Да, у меня еще все нормально, брат, по патрикам. Все идеально. Фигач! На! Хорош! Да, боже мой! Давай, давай, да. Давай, давай, давай! Боже, попадай, может, гранатками, братан, в нее, я не знаю, есть у тебя гранатки какие-то, может быть, РПГшка завалялась, братик, где-то, нет? Ну, она вообще-то как бы есть, но это самый лучший вариант. Это SCP-разработка, SCP-фонда, я думаю, что она должна есть. Рейлган есть! О! Вот сейчас точно убили! Я прям видел, братан! Или нет? А где тогда труп? Не понял, брат. Исчез. Исчез труп? Мы потеряли Егорыча, друзья, мы потеряли Бобби, мы с Андрюхой еще живы, у нас супер мало патронов, Андрюх, у меня патроны просто, вот, писечка и все, и больше нет, мизинчик. Выбираемся. Давай, выходим, выходим, ищем выход, вон, давай на поезда, пойдем на поезда. В поезда, Андрюх, да, давай туда, быстрее. Блин, они походу не едут, слушай. Да конечно, блин, потому что туда не ходят самолеты, не летают поезда, я уеду жить в Лондон. Стоп, а он тебя освещается, нет? Не, все нормально, брат, давай выбираться, давай искать выход. Походу это из-за этой лошади дурацкая, она меня кусила, наверное. Серьезно, Стой. Я один это вижу, брат. Я так аккуратно сейчас. Тихо, не шуми, пожалуйста, я хочу жить. Там что, логово? Офигеть, друзья! Посчитайте в комментариях, сколько там лошадей. Раз, два, блин, не знаю, очень много, Андрюх. Бро, мы не справимся. Я знаю, у нас мало патронов, мы не будем, друзья, с ними воевать. Давай хоть просто посмотрим на них. Я надеюсь, давай. Они меня не увидят. Надеюсь, не увидят. Не шуми, вот так посмотреть. Я хочу вблизи посмотреть. Дай, я рискну, братан. Я рискну. Ты дурак, что ли? Тихо. Я из кустов, они меня не видят. Офигеть, там целое логово, ребят. Ой, ну нафиг, Андрюх. Ну нафиг, брат! Бежим, аккуратно. Я там туннель видел. Бежим в туннель? Туда, убегаем тогда? Не ты будем все сражаться? Да вот я! Какой сражаться? Тут совсем тихо, дурак, тихо, я посмотрю еще. Офигеть, ребят! Ладно, все, давай, да не едет смотри, ничего. Вот едет поезд, может быть. Во, давай, как раз. Вон и флаг знакомый. Не открывается дверь, зараза. Да все, побежали, друзья. Выбираемся отсюда! Ну что ж, друзья, вот такой ролик у нас получился. Нам удалось с Андрюхой спастись от Long Horse, от долговязой лошади, друзья. Мы выжили, это, конечно, круто. Обязательно подписывайтесь на все наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики. Подписывайтесь, друзья, на наши социальные сети, все ссылочки будут в описании. Также пишите в комментариях, что нам еще позаписывать по данной тематике, друзья. Где повыживать, каких монстров поубивать, от кого, друзья, побегать и так далее. Ну а с вами сегодня были Овер, Фони, Егорыч и Бобби. Мы желаем всем всего-всего самого наилучшего. Спасибо вам за просмотр и пока-пока. Всем до скорого, ребята. Всем бай, пацаны. Адьос, чуваки.